В дежурную часть Купинского райотдела накануне поздним вечером поступила оперативная информация, благодаря которой сотрудники милиции совместно с представителями СБУ целенаправленно остановили машину марки «Газель» и заглянули в кузов. Там оказалось большое количество 5-литровых баклажек с прозрачной белой жидкостью. Жидкость в баклажках имела специфический запах органического соединения из углерода, водорода и кислорода под названием спирт. Документов на этот груз у водителя «Газели» не было. Водитель данного автомобиля пояснить происхождение груза не смог. Пояснил о том, что данный груз ему загрузил неизвестный и необходимо было перевезти в село Рогань Харьковской области. Против водителя открыто уголовное производство по статье «Умышленное введение в обращение опасной продукции». Ему светит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости».